Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас мы выполним задание номер 7 на странице 24 рабочей тетради по окружающему миру. Прочитаем задание. Определи с помощью термометра и запиши температуру воздуха у себя, дома и на улице. Термометр – это прибор, который служит для измерения температуры воздуха. С помощью него можно определить, насколько на улице тепло или насколько на улице холодно. Температура воздуха выражается в градусах. Если температура плюсовая, то есть тепло, записывается со знаком плюс. Если температура холодная, мороз, то записывается со знаком минус. Итак, запишем число и месяц. Мы измеряли температуру воздуха 10 октября. А. Температура воздуха дома была выше 0,24 градуса, то есть это было плюс 24 градуса. На улице в этот день температура была плюс 5 градусов. В тени. На солнце температура была выше, плюс 10 градусов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.